Убийство произошло в этой самой рюмочной. Тело нашли внутри. Смерть наступила в результате ножевого ранения в шею. Погибшей было 34 года. Сейчас помещение рюмочной закрыто до конца недели. Идет следствие. А два дня назад, 23 ноября, здесь нашли тело женщины. По сообщениям СМИ, ситуация выглядела следующим образом. В рюмочной мужчина ударил потерпевшую ножом в шею слева и повредил артерию. Женщина скончалась от потери крови. По сообщениям средств массовой информации, конфликтов и громких криков не было. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался знакомый убитый, житель областного центра 1982 года рождения, не имеющий постоянного источника дохода. От подозреваемого получены признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Что стало причиной убийства, еще предстоит выяснить следствию. Известно только, что погибшая с предполагаемым убийцей были раньше знакомы. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».